баскетболом, потому что все мы видели, как играют в баскетбол при пустых. Ротель скидывает на Соломона. Феноменален в плане набора очков и результативности. В прошлом году играл он за клуб, что нужно что-то менять прямо сейчас. Она ведет Холмсли со средним. Захаров. Немного поздняя скидка на Торопова, но тот, тем не менее, находит возможность для... Клименко появился на паркете у «Зенита». Эртель находит Томпкинса, и три очка тоже в мире, где официально используется мяч из переработанного пластика. Сергей Карасев тем временем издали попадает. Эртель снова не бросает. Ой, как красиво двигается мяч у подопечных Хави Паскуаля. Плюс 14 для «Зенита». Эртель проваливается. Клименко! И великолепная передача паркета Холмсли. И для того, чтобы фол нападения не фиксировать, нужно было фиксировать. Нарушение правил. Клименко улетает. Холмсли в быстрый отрыв. Или просто напоминание от Виталия Фридзона. Очередной перехват совершает. В защите отрабатывает на Фридзона. Фридзон на Моню. Томасон против Мурзагалиева. Скидка на Моню. Моня хорошая. Передача на вход на Виталия Фридзона. 14 секунд по полной. Топтунов. Издали. Точен после заслуга. Был 99 номер Астаны. Мог бросать. Вместо этого придумал не самую необходимую скидку. 88-66 побеждает Санкт-Петербургский «Зенит».